Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими. Не жалейте ни боль, ни гранат. Прощаясь на сцене, они переживают те же чувства, что их бабушки и дедушки, расставаясь в начале войны. Песни, которые на слуху у каждого в музыкальной постановке студентов Института культуры, выстроились в хронологическую цепочку. Великая Отечественная от первого дня и до победы. По словам юных артистов, они будто шагнули на 70 лет назад. Когда начинаешь понимать эту бурю эмоций... Это становится ближе. Да. Это становится твоим тоже. Ты как будто становишься соучастником истории. Военная форма, кадры кинохроники и вызывающий тревогу красный свет – все для того, чтобы задеть за душу каждого посетителя. Музыкальный спектакль «Помним оставших легенду днях» поставили год назад к юбилею Победы. В преддверии праздника его вновь показали зрителям. Репетировали в юношеской библиотеке. Ее зал и стал сценой для молодых актеров. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. И те песни, которые, в принципе, может быть, на первый взгляд, для них были пустым звуком. Когда они о них думались, когда они поняли, что пережили эти люди, и что они также хотели любить, также хотели быть молодыми, также хотели рожать детей, также хотели быть нужными этому миру. И на их долю выпало такое испытание. Вот это все через себя пропустив, молодые студенты, они становятся артистами. В «Землянке» на безымянной высоте случайный вальс юные артисты уверены, чувства, которые человек переживает на войне, лучше всего отражаются именно в песнях. Алина Чемерис, Станислав Левин, «События».